Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Шамиля Гильфанова и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 55 команд из 22 регионов России. Всего 126 участников. Юноши – это фундамент бокса. Как мы юношей боксеров, ребятишек поставим, так, в общем-то, и будет у нас взрослый бокс. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия по всей стране. Это костяк, это составляющая, в общем-то, сборной страны. Это, в общем-то, вклад, общий вклад в будущее российского бокса. Альметьевская команда была также представлена на этом престижном первенстве. Нашим представителям удалось занять призовые места. В весе 48 килограммов Виталий Сергеев занял второе место. Яков Бодрягин стал третьим в весовой категории 65 килограмм. Оба тренируются в спортивном клубе «Дивон» под руководством тренера Раджива Низамиева. В весе 44,5 килограмма третье место досталось Миружану Агазаряну, представляющему спортивный клуб «Виталий». Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Грамоты также вручили тренерам, подготовившим призеров первенства. Победителей ждут учебно-тренировочные сборы в составе сборной России и участие в первенстве России по боксу, который пройдет в Севастополе. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.